Война соседей – это тема, никогда себя не изживет. Но согласитесь, когда из-за одного недобропорядочного товарища страдает с десяток семей, и это уже перебор. Жители дома номер 71, корпус 1 на улице Гагарина никак не могут найти управу на хрупкую старушку. В квартире женщины несколько месяцев назад прорвало так называемый стояк. Мало того, что она затопила три этажа, так еще и отремонтировать треклятую трубу коммунальщикам не позволяет. Из-за этого в 7 квартирах до сих пор нет отопления. У нас сложилась такая ситуация, что у нас в 29-й квартире живет товарищ Шилова Тамара. Отчество мы ее не знаем. Вот. И, в общем, она не пускает никого в квартиру. Мы не можем отремонтировать стояк, который находится у нее в квартире. Он протекает, проржавел весь. Вот она никого не пускает. Из-за нее страдают наши 7 квартир. С 29 сентября мы не пользуемся отоплением в наших спальных комнатах. А мы обращались неоднократно. Вот заявление писали в ЖЭУ, у нас все бумаги есть. Мы обращались к участковому нашему и в другие инстанции. Но пока нам, как все говорят, что это частная собственность, мы ничего не имеем права делать. Из горя квартиры к соседям бегут всевозможные грызуны и паразиты. Женщина уже больше 20 лет таскает с близлежащих свалок пакеты с интересующими ее вещичками. Ее жилье от пола и до обвалившегося потолка забито мусором. И если раньше соседи развеселой старушки имели возможность связаться с ее дочерью и хоть как-то немного очистить нехорошую квартиру от помоев, то теперь связь с женщиной оборвалась. А без предписания суда в квартиру входить никто не имеет права. У нее не просто хлам, у нее настоящая помойка. Вот она дверь одну сделала шикарную, она ее закрывает. Вторая, старая, не закрывается, потому что что? С пола и до потолка все забито. Но жить в неотапливаемом помещении – дело, мягко говоря, малоприятное. Да что уж там, опасное. Наша съемочная группа отправилась вместе с собственниками квартир к коммунальщикам, чтобы узнать, когда же людям ждать тепла. 29-я квартира не предоставляется доступ. Да. Ну дальше. Юристы были отослали предписание данной квартире, да? Которые ждут уже ответа. То есть по почте там доставляется, я не знаю процедуру, чтобы официально вручили это предписание о предоставлении доступа в квартиру. После этого, как предоставится доступ, мы готовы выполнить те работы, которые улучшат теплоснабжение по данному стояку. Но это же месяц прошел. Понимаете, по закону нашего государства я не могу зайти в квартиру без разрешения хозяина. К сожалению, в многоквартирных домах люди иногда забывают, что они живут не одни в своем доме. И коммуникации дома зависят от каждого жителя. Это не частный дом. Но люди это забывают. Хорошо, я с вашей стороны это понимаю, что все коммуникации проходят через данные квартиры, да, и если какая-то проблема в какой-то квартире, это ведет к тому, что нарушается проблема многих жителей. И все вроде по делу, и все понятно. Все, что могли сделать коммунальщики, они сделали. В каком же месте процесс застопорился? Когда ждать подвижек? Сколько еще людям придется затыкать окна подушками и одеялами, чтобы хоть как-то сохранить дома тепло? На улице уже минус 15. Счета оплачиваются ежемесячно, а жители дома продолжают мерзнуть. И все из-за того, что одна маленькая старушка потерялась в пространстве и времени. И по идее-то ей необходима помощь специалистов. Как долго придется терпеть бабушкины выходки ее соседям? И вновь в ответ тишина.